Двойной бицепс сзади. Немножко неуютно себя чувствую среди таких ребят. Очень превосходный вид спорта. Приехал сюда поддержать своего друга со старого оскола. И немножко припоздал. Вот. Но, тем не менее, попал на самую главную часть. Очень приятно. Наверное, когда закончу уже с боксом, займусь вот этими делами. А после занятий, наверное, пойду пройдусь, посмотрю спортивное питание. Оно же у нас у всех общее, у спортсменов. Спасибо. Всех с праздником. На самом деле, Денис всегда очень упорно и тяжело тренируется в тренажерном зале, потому что необходима все-таки категория такая у него, да, там, без мышц никак. Поэтому я сейчас ему сделаю такой краткий экскурс, да, там, по индустрии, да, скажем так. Но сейчас судьи готовы? Да. Да. Мне кто-нибудь на ушко скажет, нет? Я могу... Ну, сейчас давайте, как мы это самое, да. Секунду. The Oscar goes. Там. А у нас обладателем кубка, абсолютным победителем кубка Москвы по бодибилдингу 2017 года у нас становится Беляев Владимир. Ха-ха. Вот как раз у Дениса прекрасная возможность наградить своего товарища. Поэтому давайте мы сделаем. Денис, выходи на середину. Вручаем тебе этот кубок абсолютного победителя. Вручи своему товарищу. Я думаю, как совпало на самом деле. Вик.
Спасибо огромное, спасибо. Абсолютный победитель.